Ну ничего, сейчас что-нибудь еще плохое выпадет. Да? Так. Вот, Честер Читас. Боди Каунт. Что это? Что ты такое? Что ты такое? Боди Каунт. Так. Ну, вот эта версия. Девяносто четвертый год. Может ли в 94 году быть на Сегу хорошая игра? Что-то уже какие-то прям сомнения большие. Что там осталось хоть что-то нормальное на Сегу. Не, ну там осталось. Ну, кроме тех, что все знают. Есть что хорошее или нет? Бодиком. Что это такое? Это тир. Это тир. Ну, он, по идее, должен быть коротким. И главное, чтобы изи был. Бодиком. Только на Сеге. В смысле, за 5 уровней написано, что сложность Unforgiven. Что? Вообще ничего нету по игре просто. Это такая популярная игра, что некуда деваться. Даже на геймпаке ничего не написано. Ни гайдов, ничего нет. Ну, допустим, Bootcamp, да. Так, ну изи-то есть. Сейчас мы с изи-то заживем. Так. О, изи есть. Все, погнали. Так, стрельба, ракеты. А мы еще за часик пройдем. А что? Что? А, второй порт, да, нет, второй порт. Ой, а что так, где это, быстро? Они будут умирать-то сегодня? Они не умирают? Ты... Таракан. Да что ты? Да прицел! Что такой нервный-то? Охренеть, да пощади! А чё они такие бессмертные-то? Блять, да что? Опять-то? Амалоу. А я что могу сделать-то, Амалоу? Где я патрон-то тебе найду? Нет патронов, говорит. Ну а я что могу сделать? Нет патронов. И тут противники бессмертные. Нет патронов. Ага. Их даже эти не убивают. Ракеты. Происходит.
блин, Аркад Гейм же уже Терминатор к этому времени вышел. И Ганфорсерс, или там Ганфайтер вышел. Ну, почему? Так плохо. Ну только через бомбу, а они, то есть, не умирают, да? То есть, ну совсем чуть-чуть надо пострелять, да, из бомб. Что ты прыгаешь-то? Ну дай мне патроны, ты игра, если мало патронов. Это босс? Ты босс? Все. А я куда стрелять? Да куда стрелять? Охренеть вообще. Стреляешь в центр, у него хп не падает. Что тут? Что? Можно что жать? Нельзя? Проб. Блин, ну как всегда. А, хп не восстанавливали. Да конечно, зачем? Да как это взять-то? А немного мишеней-то нет, я не успеваю как бы. Тир моей мечты. Просто на джойстике, ну нереально вообще играть. Какая-то просто безумная сенса. Да как я не попадаю, если я из автомата-то стреляю, ну стоп. Ну они, конечно, не умирают. Они не умирают просто. Ну а как играть-то? Ну а я что могу сделать? Это пиздец, блядь.
Что? Что? Ну, игра, я вообще-то один играю. Ну, какие две цели в разных частях экрана-то? Конечно, может, с пистолетом-то это и нормально играется, но, блин, ну лол, джойстик-то в руках. Так, мистер босс, куда? Центр, куда? Все, уже не в центр. Так, ну выглядит несложно. Что, куда? Куда? Сюда. О, а я что могу сделать? Ха-ха-ха, да. И в другом конце экрана кидает патроны. У тебя мало патронов, вот, держи в другом конце экрана, да. Попробуй поймай. Что, прикольно? Блять, ну хоть нет. А ну блин, я сейчас отъеду. Я сейчас помру, потому что уровень начнется, хп не восстановят, скажут, иди играй. Ты такой, да, спасибо, круто, играем. А можно? Ну, нельзя, да? Я не понимаю. Главное, что они тупо бессмертные. Ну сколько им надо зарядить-то в лоб? О, добрый вечер вообще. Вы чё? А как? Охренеть, нету хп, нету хп. А можно поменьше целей вообще-то? Алло, вы чё, вы больные что ли?
сука, Динамит Дюк, или как там эта игра называлась, с аркады была, она была адекватнее, чем вот эта дресня, ну что это? А там надо было челиком еще двигать. И прицелом, и челиком, а это ну просто неадекватное. Они просто не умирают. Игра, ты серьезно? Я один играю с джойстика. Алло, что на легком уровне сложности? Почему мне цели по всему экрану-то показывают? Каким образом я должен это убивать? Надо отдыхать, сиди. Это просто жесть какая-то. Ну здорово, да? По мне пулемет слева стреляет, челики слева стреляют двое, и еще ракеты по мне летят. А как это все изничтожить-то одному? Не, ну это нормально? Конечно, хп мало. Что я могу сделать-то? То есть вылезает босс. И просто меня тупо убивает. Потому что ты же не знаешь, куда ему урон-то надо наносить. А что, игра, чё ты хочешь от меня? А как убить-то? Ну, эти не убиваются. Вы больные, что ли? А что это? Сука, господи. Пушки не убиваются, не убиваются. Сука, вы чё, безумные? Блять, кто это сделал-то, блять? Ну а как я вот это должен убить? Не помирев, просто как? Что мне нужно сделать? Ну меня тупо расстреливают, я ничего не могу сделать. А чё, блин? Охренеть! А можно поменьше? Вы чё, вы больны? Да что?
Делает третий уровень. Еще два уровня, что там, 4 конта. Ну что-то, что-то плохо. Ох, ну а как проходить-то? Ну как? Ну что, ну как я могу это доджить-то? Что? Я даже не могу это расстреливать. Игра, ты... А, в смысле? А как? А как? Сука, ну просто невозможно это... Ну, блядь, на джойстике невозможно. А ты будешь умирать-то, нет? Ну а как я должен это все убивать-то? Это просто для джойстика не приспособленная игра-то? Что это? Охеренно, конечно. Боже мой. Ракеты вылетают из одной штуки, в которую я нон-стоп стреляю. А ракеты все равно умудряются вылетать. Откуда они вылетают? Откуда? Боже мой, за что? Просто за что? Да. Сейчас все подберу. Подожди, игра, не убивай. А можно бонусов надавать каких-нибудь? Кроме патронов. Давай, больше пулек, больше. А мало слишком у меня всего летит. Мало того, что меня тупо из автомата прострелят. Ну, это просто тупо. Так еще и миллиард ракет летит по всему экрану. Ну а как это додж? Да щука, ты долбаная. Какой просто бред! Эти вообще бонусы не выпадают ни с чего. Бог патрон тебе даю. А, ну все, бомбы кончились. Ну все, сосем. Что делать? Что это? О, ничего себе. Боже мой. Патронов мало.
уже какой-то Да он не умирает еще с ракет, блин, я еще не попадаю. Ну а как попасть-то можно хоть куда-нибудь? Что вообще произойдет? Ну естественно! Можно больше урон-то в меня вносить импакты? Конечно! Со всех сторон надо, чтобы и стреляли, и ракеты летели по всему экрану. Ведь даже когда подбираешь, тебя все равно еще мучают, расстреливают. Ну а как ты подберешь-то и убьешь их одновременно? Просто какой-то неадекват. Да я же попал. Они супер все бессмертны. Ну сколько там, 2 секунды? Я что, Battlefield что ли играю? У меня 2 секунды надо стрелять, чтобы убить его. А как это убивать-то? Ну они со всех сторон, и сверху, и снизу, и слева, и справа. Я им просто стреляю. Ну а ну у тебя хп-то не будет. Я не могу их убить! Блять, вы чё? Вы, сука, что делали, блять, с играми? Что он говорит? Непонятно. А, все, ракеты кончились. Просто расстреливают. Конечно, зачем ракеты давать? Еще, да, патроны кончаются. Естественно. Убивай давай без всего просто вот этих роботов сраных, которые хреном бьешь. Бонус тебе в начале уровня выдавать, бишь, не донешь туда сюда. Да как это убивать-то можно? Ну так, чтоб не помирая, как это делать-то вообще? Ну а что я могу сделать? Да, хп мало, да, игра, да, мало. Что? Что мне сделать? Что? Я чё-то хп не вижу, чтоб мне выпадал, чтоб я их... О, вы чё, ну... Сразу смерть. Так, босс, куда? Отлично! У-ху-ху, здорово! Все, ракеты кончились. Игра, я на джойстике как-то не особо стрейфится. Чё, блядь? Да что это? А как в это играть? Можно вопрос?
Ну да, лоу хп, а что мне сделать? Сплясать что ли, блядь? Ну что это? Что это такое вообще? Ух ты, блядь, плеер один, вы проиграли? Ничего себе, как так-то? Тупо хп столько нет. Это точно легкий режим сложности? Вау, у меня хп не хватает. Куда тебе стрелять? Сюда, что ли? Но у меня нету столько жизни. Тупо расстреливая босса, у меня жизни не хватает его убить. При этом доджить это никак невозможно. Блять, еще и без контроля. Сука, блядь, в смысле? А будут вообще хорошие игры-то? Это только на Сегу дело. Этого не было на игровом автомате. В смысле? В смысле? Просто... Бля, чего? Да как это можно? Да как это можно сделать? Просто как? Бля, джойстик, сука, джойстик. Сам прикол, но они тупо не умирают. Они не ваншотуются, они быстро не умирают. Им нужно стрелять и стрелять, чтобы они померли. Так, вот это срань самое полезное. В виде огнетушителя какого-то непонятного. Ну, бессмертие дает временное. Ну так дай мне патроны, игра тупая. Не умирают,
не умирают. Нет, нет. Они отказываются. Зато весь экран засирают просто. Весь экран засирают. Вот с такой скоростью нужно патроны скидывать. И вообще все бонусы. Куда тебе нужно стрелять? Вот. А? Что? Чё? Куда? Так, вроде куда-то в середину. А можно урон будет по-нормальному наноситься, а не по 5 кп? Спасибо. Ну так выдай мне патроны, игра, по-нормальному. Игра, ты вот сейчас серьезно, типа, да? То есть вот это нормально. Потому что у меня ну тупо не хватает жизни убить, ну тупо не хватает. Да, блядь, да как, ну это, чего, вообще, что, да, это же, блядь, да. Какой, блядь, это же кал какой-то опять, сука, за что? Отлично, а можно помедленней-то? Да я даже прицел не вижу. Вы чё, ублюдки-то сделали с играми, блять, уроды? ХП мало. Ну, а что мне, сплясать, блять, задонатить? Что? Что мне сделать-то для ХП?
Ну и что? Я взял хилочку, и что? А что мне прибавило? Ничего? А одно сердечко. Ну да, это много, одно сердечко-то. Ну, пока я одну штуку убиваю, а вторая меня расстреливает. Я ничего не могу сделать-то. Просто ничего. Ноль. Это невозможно одному-то играть. Просто игра на несколько... На двух человек. Либо на одного с пистолетом, я не знаю. Без пистолета нереально. Ну... Как? Просто каким образом? Я должен отбивать ракеты второй штуки, стреляющей в меня. Когда я должен одну убить, чтобы она не стреляла. По мне вторая стреляет, ракеты хрен знает откуда летят. Я еще ракеты должен убивать. А, но как? Да, еще патроны бери, еще вот мужиков сверху убивай, еще эту штуку убивай. А патронов не хватает, а ракеты нужно убивать, которые не пойми как летят. Просто, что? И боссы, они ну туда-сюда двигают. Это максимально неудобно на джойстике. Ну просто максимально. А твои ракеты, которые ты пускаешь, ой, они не вылетят. ХП мало. Куда так дай мне ХП, эта игра? Дай мне ХП! Плохие насколько игры. Ну, просто отвратительнейшее говно. Они не умирают. Я зато умираю. Да, бери, короче, патроны. Да, вот они и летят. Бери, а чё нет? Не можешь, что ли? А в смысле? Больше половины ХП на один кораблик. Ну, это про... Они мобы расставлены так, что невозможно их убивать. Без пистолета светового невозможно. Опять говно наступило. Не-хе-хе, да дайте хоть что-нибудь взять.
О, ничего себе. Удалось убить корабль и не примирить. Да, сука, а чё всё сидит там и стреляет? А можно убить? Спасибо. Только не меня, можно убить. Ну так дай мне хп, игра. Что? Мне высрать их, что ли? Что я могу сделать-то? ХП мало, ну хорошо, да, очень полезная информация, спасибо. И жить ты стало легче, что мало ХП. Да, босс корабль. Вот как вот это убивать? Ну ты вот эти пушки не можешь убить, только после нижних. А, все, а ты... А, вот, вот теперь можно. А, ну нижний-то я убил, конечно, можно убить. Так, ну мне надо ракеты сохранить для херни, которая по центру будет. Для этих, так что три не буду тратить. Ну хоть что-то там внесу импакт, но все равно это бестолку. Потому что ты просто получаешь урон. Ну просто получаешь. И ты ничего сделать-то не можешь. Господи, вы что, больные. Просто больные наркоманы. Ну дай мне хп, игра, дай. Что мне сделать? Дай хп. Зачем это предупреждение? Ну мало хп, да, и что? Здорово! Отлично! Отлично! Все, ракеты кончились, помирай. Че-то мне кажется, многовато как-то в меня прожектайлов летит. С учетом того, что я не могу это доджить как-то и все расстреливать. Как это называется? А как это, блядь, играть? Как это пройти-то можно? А что на других сложностях творится? Просто ж это изи. Изи. Ты босса не можешь убить. Потому что тебе не хватает хп на него. Ну просто, ну вот у тебя нету ракет там никаких. Как его? Просто как? Спасибо, да, отлично. Можно по углу просто патроны кидать. По краешку экрана. И супер быстро, чтобы не попасть.
Я в смысле? Ну что это такое? Чё я тут корабль не могу сдать? Зачем мне обязательно вот эти штуки надо расстреливать-то? Ладно бы, если бы это было с аркады, порт. Ладно. Но нет. Это же не порт с аркады. Ну, если только по другим названиям каким-то. Денис! Ну только вот так вот спами ракеты, по-другому никак не пройти. А можно еще быстрее? Ну так, дай мне хп, блядь, игра. Дай мне хп. А бонус-то не падает, который бессмертие дает. Просто не падает. Единственное, что может тебя в этой игре спасти, оно не падает. Сколько терминатор, который аркад гейм лучше? Просто я с ганфайтером-то вообще бессмысленно сравнивать. Те нормально играются. Да, ганфайтер сложный, но нормально играется. Ну это же, ну просто кошмар. Миллиард вообще всего летит. И просто они стрейфятся туда-сюда, ну... Ты на джойстике сраным играешь. Сеговском. И бонусов-то не дают, вообще ничего не дают. А, ну все, ракеты кончились, да. А хп? Вот хп мне бы мне дали. Кон там, что-нибудь. Ну как выжить-то можно? Ну, и в разных концах экрана те бонусы дают. На, подбирай. А вот и уже все. Все перестали давать. Два раза подряд только дали убивание. И в самом начале тебе дроп какой-то покидали. А все, у тебя все кончилось уже. Сейчас тебя тупо убьют. А ну все, ракеты кончились.
А чё? А в смысле? А как? Ну да, мало хп. Ух ты, удивительный факт. А как? А что? А почему? Ну, почти половину хп сняли. Либо бонусы берешь, либо эту убивание всех берешь. И хрен поймешь, что лучше. Но бонусы лучше все, чем убивание два раз подряд взять. Так, ну ракету уже нельзя тратить, там босс. Которого я не знаю, как просто убивать. Ну просто без понятия. А, ну все, да, сейчас меня убьют, челы. Ну а как? А как? Вы что? Вы больные просто. Ну, здрасте. Босс, нет ракет. Да и это кошмар, даже тут. А в смысле, а игра, а что ты от меня хочешь? А как я должен это убивать-то? Ну тупо одну жизнь на него. Ну а как? А как? Вы больные, что ли? Ракет? Нет, ну ща я еще одну жизнь на эту штуку солью. А где урон-то? Где? Да почему я не попадаю?
какой просто бред. Что мне делать-то, блядь, игра, ну ты, ну, а как? Как я должен в эту мелкую штучку-то попадать? Вы ч, блядь, вы чё? Ну это же неадекватно. Куда дальше? А долго и стрелять-то мне еще? Сколько можно? Да, боже ты мой! Так, по идее, еще пятый уровень последний. Две жизни. Ну сейчас меня просто истребят и все за секунду. Блин, насколько отвратительно. Ну они просто неиграбельные игры. Ну это, в это невозможно играть. При всем желании. То есть тебе выпадает просто куча бонусов, что успел, то успел. Ну и все, и помирай. И больше тебе игра не дает бонусов. Что, сука, ну вы выиграли, сами не играли, блядь. Кто делал это говно-то, за что? Охрененно, да? Что могём-то берём? Давай, больше, еще тут есть свободное место на экране. А, ну все, у меня град нету, сейчас меня опять убьют. А чё так мало? Чё так мало целей? Попробую с тысячу возьму. А ты будешь умирать сегодня? Спасибо. Бля, вот хотелось бы нормальные хп, чтобы выдали. Ну, сейчас тупо минус все ракеты будут. Ну, шли, либо помираешь, либо ракеты тратишь.
Ну, все. Минусе ракеты. Я просто не понимаю, как можно такие игры было делать. Просто не понимаю, ну, что это такое вообще? Ну да, а что? А что мне прикажете делать, блядь? Конечно, я помру. Да, ёбаный, блядь, ну невозможно просто без пистолета. Ну я это не переживу. Ну это невозможно же! Ну как? Они просто не помирают! Да как это можно-то? Ну, пока я эти ковыряю, вот эти проходят через весь экран и меня дамажат. Я не могу сразу в две точки-то стрелять. А, ну, вот и похоронен. Как в это играть? Как вот в это, блядь, играть? Это для Сеги. Это для Сеги игра была сделана. Её не было на аркаде. Эксклюзивно в Европе и в Бразилии. Понятно. Все понятно. Хорошая игра, да. В Европе и в Бразилии. Ну а как в это играть? Ну, как мне люди-то играли? Что, как ее проходить? А, Sega Маус поддержка. Понятно. Тогда понятно. А, ну автомат поддерживает.
Не, ну с мышкой, да, конечно, нормально, да, будет раунд, конечно. Не, ну с мышкой, да. Так, а можно как-нибудь через эмулятор поддержку мышки подключить? Ну-ка. Маус. Маус. Чё? А как? Ой-ой. Press key to use for up. А как? Это же мышка! Что? Тут нет кнопок. Сука, что, блядь? Да, и все сломалось, естественно. Не понимаю. Да, господи. Так, а как? А можно мышку? Хочу Сегу мышку, как? Гоголь, помогай. Так, ну, сейчас, допустим, допустим. Так, маус. Ну-ка. Контроллер. Маус. Маус. F12. F12. И чё, как игру-то начать? О! О, ну-ка, с мыша. Еди. А чё такая сенсата большая? Ладно. Ой, сука, всех расстреляю. Сейчас бы мне ещё с мышкой просну. А чё сенсата такая бешеная? Как лучше? Так, а как? Ага, на вторую мышку. Ладно. Блин, ну супер бешеная сенса, конечно. О, с мышкой-то все подбирается, все нормально. Только сенсу бы поменьше. Был бы вообще все замечательно. Зачем сюда стрелял? Так, ну с мышой это сейчас пройдем. Я надеюсь. Конечно, если я с мышой сейчас просру, это вообще позор. Ну только из СНС могу просто. А, просто супер дикая. Да, таракан с вами. Успокойся.
бы, они все равно просто не... Сколько по ним стрелять? Бессмертные черти. Так, вот эту дверь нахрен не будем открывать, там чел сидит, вот. Будет расстреливать. Нормас. Нормас, живем. Так, мистер босс, можете не плясать, пожалуйста? Так, а у него будут ломаться? Ладно. Бэээ, ну и сенса. Ну все равно насасывают, блин, а что делать? Да, а как? А как? Что, у меня кнопок нет? Вот, нормально. Бля, все равно отъехал. Ва, а что сделаешь-то? Чё-то такое себе. Не, ну так, я, конечно, в разы проще. Даже с такой дикой сенсой. Надо вообще привыкнуть. Все, и пройдем. Трясни. Что, подобрал? Пусть подобрал. Нормально игровое. Блин, ну а все равно хп-то не хватает ни хрена. Блин, что с мышкой, что без мышки с вами насилуют. Ну, зато бонусы можно брать. Прям все даже. Да, бонусы зато прям вообще берутся хорошо. Только хп это все равно не хватает. Все равно нету хп. Блин, пропустил. Что это вообще за кошмар? Что за сенса? Что за вообще за дикость-то безумная? В смысле?
Так, а если вот так, ну типа забить на пушки? Сейчас мне кажется, что они бесконечно нужны побивать. А нет. Да. Вот это попадос, конечно, с этой игрой. Да? Не, не. Да жесть. Так, ну это босс 80. Он ничего не могёт. Вот следующий уровень. Вот там уже, да, надо будет прям стараться. Интересно, а как можно солнцу понизить? У меня даже не день не такая сенса, у меня в разы меньше, а почему тут такая огромная? Интересно, на самой сети такая же безумная сенса была, либо там нормальная была? Вот это, конечно, интересно. Зато я на этом уровне и не умер. Не вряд ли умру, конечно. Да, блин. Сейчас с кораблем уровень на ГТ как-то прям пройти так, чтоб не помереть, не отъехать. Потому что хрен его знает, что и как. Я что? Да я не вижу прицел! Да и мышка даже не спасает. Как это контрить-то все? Ну слишком много целей. Просто слишком много. Они по всему экрану, но это невозможно никак. Блин, ну все равно сейчас минус жизнь будет.
Я тупо не успеваю все просто изничтожать. Слишком много всего. Так, нормально. Но зато хотя бы получается бонусы подбирать, которые падают. Ну, я что могу сделать? Дай мне энерджи, я подберу. Видишь, сука, хит. Так, ну со следующим боссом будет, скорее всего, попроще. На заводе. Так, тут все, потратим все ракеты просто. Главное заковырять эту штуку быстрее. Оно не ковыряется. А когда ж ты умрёшь-то? О, ну хорошо, да, с мышкой прям в разы проще. Я только один раз тут умер и всё. С мышкой прям проще. Так, и чё мне? Два уровня. Да блин, и половину просрал все равно. Бонусы все равно, ну, слишком быстро летят они. Да вот что, тут ни, тут ничего не поможет, ни мышки никакая. Я что за бред? Да иди ты взвали. Так, и чё? И что? О, подбираем, да, в смысле? Отлично. Где это сразу? Да блин. Так, сейчас роботы будут, что ли? Нет, еще не роб... патроны упустил. Ну и ладно. Закрывайся. Вот что такое монетка? Что она дает?
Может, она жизнь дает? Слушай, я вроде все подберу. Так, ладно, тут спамим ракеты, потому что их тут прям супер много, и они все огромные. Терминаторы какие-то. Бей! Ракеты еще прилетит. Да блин, а можно пули было потом? Просто не умирают. Хоть с автомата их ковыряешь, не с автомата, вообще без разницы. Да, не. Все равно не попал. Все равно не попал. По двум бонусам. Блин, да вот тут геда как? Как их расстреливать? Ну, хоть мышка, хоть не мышка, какая разница? А эти просто слева, справа, справа, слева. И они же не кончаются, они одновременно с двух сторон идут. Да, у меня уже все поварапы кончились, которые подобрал. Они все идут и идут. Жесть, однако жесть. Так, а можно еще хилочек накидать? И ракет. Игра. Дай что-нибудь. Сойдет. Оп. Ну, а они за этой штукой, за металлической, не помирают. Так, 8 грамм, но это прям супер мало. Не, ну может там другие, другого цвета еще потом. Гранаты за этими, но что-то маловато. А, понимаю. Так, еще монет. Так, ладно, используй. Потому что ХП в любом случае кончится. Хотя бы понаносим урона. Да и в семье. Да, монетка это ХП. Ну то есть жизнь. Отлично. Ну ща пройдем. Да в смысле я не попадаю? Да что? Паузы нет. Черт! Ну, посмотрите, как сенсуку настраивать. Он просто не помирает. Ну просто не помирает. Просто тебя долбит и все.
Ну а я что могу сделать, да? Нет патронов. Давай, патронов. Ковыряем дальше. Ну отлично, сейчас пройдем, значит. С мышкой, конечно, это не с джойстиком ковырять. Так, практически все повара подбираются. И по боссам легче. Как-то непонятно у них зона поражения. Где? Вроде в этой херне, когда она внизу, а когда вверху уже нету. А, прям вниз надо стрелять. Блин, я думал, в зеленую штучку надо стрелять. Да он не помирает, что я могу сделать для нержилого? Я понимаю. Но он должен быстрее умереть, чем я. О, да. Убыт. Так, ну последний уровень. Не, ну это сейчас 100% проходим. Последний уровень. У меня там 8 жизней, что ли. Это прям легко. Блин, с мышкой-то вообще прям супер изи. Легче некуда. Все равно я просто до хрена бонусов не ловлю. Да игра-то я приди, если патронов мало, либо энергии. Ну а хп игра вообще не дает. Просто вообще нет. Нет. Там супер редко только с этого. С бонуса падает, чем ты поймаешь хп и все, а так их нету. О, просто пустые уровни. Да они даже с ракет не... Да, конечно. А я еще израсходовал. Такой себе. Прям супер много урона. Просто кошмар. Всаживает в тебя все, что только может. Так, интересно, а в терминаторе поддерживается мышка? Которая аркад гений. Ракеты кончились. Если да, то это прям супер круто. Так. О, фул хп. На изичах сейчас пройдем. Блин, надо было сразу мышку подрубать и все. Сега Мауста прошли. Уже бы прошли. Да, в смысле? Мучилась эту жестик, как говорилось. Блин, походу, Аня специально для пистолета, либо для мышки выпускалась игра. Потому что ну, жестика просто нереально. Я не знаю, сколько надо задрачивать, тут надо просто запоминать, какие бонусы выпадают, как они что летят, чтобы подбирать жизни и каким-то там хп, не знаю, усилители различные. Без этого хрен ты не пройдешь. Так, сколько там еще? Так, эти штуки прошли. Да, естественно, мимо. Естественно. Блин, одна ракета осталась. Все, минус все хп.
Чё там, бэээ... А, ну эта же штука меня убьёт, по идее. Не, не убил. А, ну, всё, у меня щели тебя убьют. Да. Ну, тупо хп нету, что я могу сделать? Ой, ещё плюс жизнь. Ну хоть бы что-нибудь просто так выпадало бы, как во всех вот этих аркадных шутерах. Ну, как шутер от тирок. Это просто локацию изничтожаешь, что-то выпадает. А тут же, ну просто, ты ждешь дождя из этих из бонусов и что-нибудь подбираешь. По-другому никак ничего тут не падает. Только в первом уровне можно было выбивать. Так, и пуль понабрали. О, здрасте. И пульки, это хорошо. Фух, так. Когда уровень-то кончится последний? Ой-ой-ой, и блин, и все пропустила. Все повара просрала. Так, ну прям патронов закидывают. Ты хрена. Так, и что? Куда воевать? Здрасте. Чё? А чё все померли-то? Ладно. Непонятно. Все взяли и отъехали. Я ж в них не стрелял. Я ж просто взял штуку, которую всех убивает. Мужики, по вам надо стрелять или нет? Вы кто такие? Да в смысле? Куда? Что? Чё делать-то? А куда стрелять? Что происходит? А? Чё?